Президент Франции проигнорировал исторические факты, а также решение Европейского суда по правам человека и Конституционного суда Франции, заявил председатель МИД Турции Хами Аксой. Внешнеполитическое ведомство Турции назвало заявление Эммануэля Макрона об учреждении Дня памяти в связи с событиями 1915 года ничем иным, как стремлением завоевать симпатии избирателей армянского происхождения и выполнить данные им предвыборные обещания. Всего около 100 лет назад территории стран, которые Франция превратила в свои колонии, составляла 9% всей территории суши. Высказывание главы французского государства, которое оставило множество следов геноцида, вызывает чувство стыда. Будучи братской для Турции страной, азербайджанское общество и политические круги осуждают высказывание Эммануэля Макрона, и в настоящее время по этому поводу идут дискуссии в парламенте, прессе и обществе. Азербайджан всегда на стороне Турции. Турция неоднократно указывала на необходимость объективного подхода для понимания всех аспектов распада османского государства, во время которого армянские мятежники убили более 500 тысяч мусульман. Предложение Турции о создании совместной исторической комиссии с тем, чтобы пролить свет на события 1915 года, все еще игнорируется Арменией. В основном это делается для того, чтобы заглушить армянскую диаспору. Если этот вопрос можно решить политическим путем, Турция тоже начнет признавать геноциды, совершенные Францией. Если не на уровне Великого национального собрания Турции, то на уровне городов и муниципалитетов эти геноциды могут быть признаны. Односторонняя позиция Эммануэля Макрона по крайне чувствительному для турок историческому вопросу в угоду своим личным политическим интересам вызывает сожаление. История помнит преступления, совершенные Францией в период войны за независимость Турции в Анатолии с использованием армян, а также по массовым убийствам в Алжире и геноциду в Руанде. Армянская диаспора для того, чтобы изменить повестку дня, взяла слово с президента Франции по поводу объявления Дня памяти так называемого армянского геноцида. Однако у этого нет никаких юридических оснований. Мы, турки, проживающие во Франции, не будем молчать. Мы проведем шествие, организуем акции протеста. Надеемся, что слова Эммануэля Макрона не будут воплощены в реальность. Havada kalacak ve geri adım atmasını sağlayacağız. Во Франции проживает самая большая в Европе армянская община. Президент Эммануэль Макрон на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций заявил, что 24 апреля в этой стране будут отмечать Национальный день памяти жертв так называемого геноцида армян. В 2012 году президент Франции Саркози принял закон о криминализации отрицания так называемого геноцида армян, но затем был вынужден отменить его. Эсмира Алиева, Ильнара Мамедова, Фарах Сабиргазы, Илькин Мехтиев, CBC.